Шайба разыграна, матч начался. Первыми на лед вышли команды из Самары и Саратова. В хоккей играют настоящие прокуроры. Борьба за первенство развернулась нешуточная. Самарская команда становилась победителем турнира уже дважды. И в этот раз настрой у игроков снова боевой. Татарстан и Башкирия соперники знакомы. Они участвуют уже второй раз. Мы к ним постоянно ездим в гости, с ними играем. Соперники по силе одинаковые, одинаковые с нами, поэтому будет сильная борьба. Турнир по хоккею «Волжские берега» проводится в Самаре в третий раз. Сразиться за звание лучшей приехали 5 прокурорских команд со всего Приволжского федерального округа. Важность подобных состязаний в своем приветственном слове подчеркнул глава администрации Самары Олег Фурсов и заявил, что это отличный пример того, как нужно воспитывать в себе волю и характер. С каждым годом география «Волжских берегов» растет. В этот раз участие в турнире принимают 2 новые команды. Показать свой уровень игры в хоккей приехали прокуроры из Саратова и Ульяновска. Здесь, сплачиваются наши команды, наши коллективы. Мы уже дружим много лет. Приятно играть, приятно встречаться и понимать, что ты не только в прокуратуре силен, в прокурорской деятельности. В финале встретились команды Самары и Башкирии. Первое место вновь у самарских прокуроров. Лариса Шлафаст, Станислав Левин. События.